Ну что, ребятушки, всем привет еще раз. Думаю, вы просмотрели уже предыдущих героев. Если нет, можете просмотреть. Кто крутой, кто нет. Талант реально охрененный, обалденный, имбовый, но не для всех героев. Сейчас мы проверим это на примере Огника, так как у него есть ограничения. И на нем будет реально, он должно, скажем так, хорошо смотреться. Вот такая вот у меня сборка Огника. То есть уклонение, правда, сейчас мы пиромага отсюда уберем, так как он нам, ну, по сути, только для архи нужен. До этого мы потом вернемся. У нас тест, скажем так, героя. Ладно, пусть будет так. Для PvP локаций, то есть можно такой вариант собрать, и мы сейчас потестируем именно с таким вариантом. Давайте изначально на битве гелий, будет интересно это посмотреть. Ну, у меня битвы гелий, конечно же, сегодня нет. Но мы попробуем на примере рейда зафармить. Вот так вот он выглядит, такая вот сборка. Поехали, посмотрим, что же будет на самом деле в рейде. Смотритель, как обычно, блокирует, но тут у нас есть плюсы некоторые. Так, у нас есть смотр. Надо кого-то зеленого убрать. Зеленого это надо Ронина убрать отсюда. Поехали. Постараюсь по максимуму показать вам. Так, Космо. Космо, как видите, вот смотритель нас заблокировал. Смотрим против Космо. Ну, Космо тут ничего сделать не может, по сути. Один на один Космо ничего такому Огнику не сделает. Ну, там и Космо особо не прокачаны. Так, тут понятно, думаю, все. Поехали еще посмотрим. Более интересные какие-то сборки. О, отлично, 22-й. И зеленый смотритель. Это интересно. Смотрим. Недомогание. Есть. Вот интересно будет посмотреть, когда он до конца добежит. Сможет ли этот Огник слить моего? А 22 против 5. Разница очень большая. Ух ты. Блокировка прошла. Видите, смотритель все-таки блокирует. То есть... Против смотра нет приема, как и против лома нет приема. Точно так же и здесь. Против смотрителя он ничего не сделает. Как бы вы ни старались, если попадет правильно смотритель, все. Вот опять недомогание, смотрим. Рунами, думаю, ожива плюс руны будет тоже интересно. Но, к сожалению, рун пока нету. Винвиз не ушел, опять заблочен был. Как-то так. Непонятно так. И что на это сказать? Я хочу, чтобы мой Огник уходил в винвиз, ребята. IGG. Почему он в винвиз не уходит? Еще плюс кулдаун, в принципе, у таланта. То есть он до следующего раза не восстановится. Может быть точно так же, как на примере Ронина. Так, стан, блокировки. Как так? Оказалось бы, да, он сейчас должен просто уйти в инвиз, а он не уходит в инвиз. Просто тупо не уходит. И я смотрю опять голосование. Все пишут в голосовании, что он имба. Но пока, видите, сейчас дойдем до PvP локации, посмотрим. Но на примере рейда я вижу, что не все так просто. Возможно, с оживой он будет получше. Но это мы тоже увидим очень скоро. Но пока, как видите, не уходит. Вот, наконец-то он ушел в инвиз. Вот сейчас реально неплохо смотрится. Опять смотрим по времени. Кулдаун 9 секунд. Все. То есть в таком случае, как я вижу, на сегодня, если вы хотите такую сборку,
Надо пробовать ставить не выживание, надо пробовать ставить оживу. То есть ожива плюс этот талант, а мы сделаем сейчас просто наоборот, поставим вот так вот. Но я бы не сказал, что особо он тащит. Вроде казалось бы сборка такая, атаки должно быть немерено, но видите, он за все время у нас только один раз. То, о чем я говорил, этот талант крутой, но есть несколько, ну, он блокируется, он хорош для героев, у которых есть ограничения. Вроде казалось бы, Огник тоже, но у Фреи все время ограничения, а здесь ограничения только когда работает скилл, когда он пропадает, герой уязвим. Плюс у героя получается увеличенная атака и скорость атаки. То есть грубо говоря, на отражалке он просто сольется. Можно ПДшку будет попробовать еще рунами. Ну, поехали пока так, с оживой потестируем. Мы тестируем вариант для битвы гильдии. Посмотрим. Ну, тут понятно, он сейчас их всех ушатает. Ну, смотр есть смотр. То, о чем я говорил. Смотритель у вас будет просто всех шатать. Как бы вы ни старались. И самое противное, то, что у вашего героя, у него останется там 2 трети, он может просто, ну, чуть-чуть больше, чем треть жизни, его просто могут слить. Возможно, знаете, на ком это будет круто смотреться? На 30-х прорывах. На 20-х прорывах. Когда у героя будет больше жизни, а здесь жизни очень мало. Получается, его просто стычки выносят. То есть, чем меньше жизни вашего героя, тем, по сути, бесполезный. Вот сейчас он ушел, вот посмотрите, сейчас он реально круто наваливает. Чем меньше у вашего героя жизни, по сути, базовой, тем бесполезнее будет этот талант, потому что его просто ушатают. То есть надо смотреть будет на английском сервере, мы уже посмотрим на того же самого Ронина с 30-м прорывом. Это будет, думаю, намного более полезный этот талант там, потому что там жизни много, там останется 300 тысяч жизней, так это 300, как вот этого героя непрокачанного, ловая. Но вот сейчас он начал наваливать. Ух ты, нифига себе наваливает. Посмотрите, как отражалка, там тоже вроде кто-то с этим в отражении. Ну вот, ожива сразу же пошла. 75%. Ну, относительно уже более-менее лучше. Вот опять инвиз пошел. Вот в таком случае, я вам скажу, даже неплохо. Девятую оживу ставить. И такой талантик рунами, в принципе, может что-то получится. Но это опять же, это, мне кажется, выживание ожива все-таки будет получше. Там не проходит урон. Отхила больше. Тут получается у нас с отхилом немножко печалька. То есть тут, скорее всего, этот талант будет на хай-левелах, на 30-х прорывах. Реально будет круто смотреться. Что это было сейчас? Он просто слился на какой-то отражалке, что ли? Или там Асура был? Вроде никого рядом не было. Это так его законтачили. О, ничего себе, смотрите, вражеский тоже с таким же. Вот это круто, ребят. Видели, что он сделал с моим? Обалдеть. Вот это мне понравилось. Надо будет на повторе пересмотреть. В общем, пишите в комментах, что вы думаете. Вот мы наткнулись на такой талант в дефе. И реально это очень жестко. Что я могу вам сказать? Нету у нас новых итемов. Нету по итемах. К сожалению, пока ничего не добавили. Так хотелось. Так хотелось, ну, кроме новых мешков, новые скины не добавили. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, попал я на такого, и реально вы видели, что он сделал. То есть на дефе, на ухнике, блин, это будет круто. Особенно просто ожива плюс руны. Я думаю, он нереально крутой. Вот смотрите, что раз, два, ну вот хил нас спас. Сейчас неплохо будет посмотреть. Смотрите, нас заблочил. Опять мы отхилились.
То есть нюансов как бы очень много разных. Но я бы не сказал, что для Огника это реально круто, как для Фрейя. Вот на Фрейе мне понравилось больше всего Родин, точно так же. Но опять же, это еще не максимальная прокачка. То есть 30-й прорыв он все равно даст свое. Там и урон увеличен, но там самое основное жизнь. То есть основную роль здесь играет жизнь. Чем меньше у вашего героя вот этой бонусной жизни, всей общей, тем проще его будет слить с одной плюшки. Соответственно, этот талант просто не сработает. Вот так вот. Поехали еще потестим. Не в такой сборке, а вот я хочу именно на атаку, чтобы мы просто понимали уже. Берем этого живу, поставим сюда пакт. Нормально так его зарядим. Поставим сюда патчбокса. Сейчас пойдем сливать. Сливаться. Давайте на арену. В общем, такие вот, ребятушки, пироги его есть, Фрейя. Так. Так, смотритель у нас активирован. Ну, тут герой, к сожалению, не особо прокачан, но мы его слить могут. Я думаю, вряд ли. Посмотрим. О, ничего себе. Вот сейчас вот было круто, ребят. Согласитесь, вот сейчас было круто. Мы реально на последнем вздохе. Вот это мне понравилось. Ну, это опять же, это не показатель. Уже по максимуму тут понятно, что мы должны затащить, хотя они там сейчас могут быстрее нас раздать. Ну, как вариант против, ну, Фрейя может слить очень быстро, поэтому я не думаю, что против Фрейя этот талант особо спасет. Никого не будет так, Роза. Смотрим. Но на дефе я попал на этот талант, вы видели, мне реально понравился. Тут нам даже не дали возможности подбежать. Мега-тест. В общем, пишите в комментах, что вы думаете. Талант обалденный, но есть много но. Есть герои, которым он подходит, есть герои, которым он не подходит. Даже жизнь не сняли. Сейчас попробуем еще на PvP локациях. Посмотрим, что у меня там по попытках осталось. А, у нас есть попытки, отлично. Сейчас, может, кого-то отроем интересного. А тут, в принципе, можно и так начинать. Прикольненько, да, ребят? Нормально он дамажит. Кстати, с подашкой очень неплохо получился. Жару дает только так. Мы его пристроим где-то в команду какую-то. И поставим Огника.
называется, поставил. Так. Ну, тут, я думаю, сразу их раздаст. Посмотрим, может, найдем топовых каких-то. Они даже убиваются сами. Отлично. Не пробили. Надеемся, что хотя бы кого-то найдем. Интересно, когда там обнова будет на английском? Завтра или все-таки на послезавтра перенесут? О, отлично. Вот он, ноутник. Вот эта попытка, которая нам была интересна. Смотрим. Блокировка прошла. Так, добили до третьей. Ушел в инвиз и слился. Но я победил. Вот так вот. Странно как-то. В общем, ребята, это имба. Не знаю, то есть мнение такое, знаете, 50 на 50. Надо будет все-таки потестировать с 30-м прорывом и сожевать и рунами поставить, и тогда будет явно видно. Так, пока я бы не сказал, что он очень крутой, ну и неплох. Во всяком случае, надо будет потестировать его на дефе. На английском сервере я попробую это сделать. Давайте еще разок попробуем. Так, тут у нас уже есть Фрея. Но тут прокачанный герой круче, чем мой. Вот он ушел в инвиз. Видите, слился на этом, на Асурике. Ушел в инвиз, но атаки прибавилось, он просто на нем слился. Хотя героев посливал обалденных. То есть такое непонятное ощущение. Чем посмотрим уже, что у нас. Конечно, очень круто все получилось. На него седно баф дает. На бобра нашего. В общем, как-то так. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.